Значит, с акциями на данном этапе мы все. Идем дальше. Добавить описание к видео. Смотрим. Ну, у видео, по-моему, есть описание везде. И на странице видео. Тут есть. На главной. Это главной касалось, скорее всего, страницы. Да, все есть. Описание к брендам. Все есть. Добавить отзывы, вопросы на главную. Есть. Варианты доставки на фоне ромашек, коммерческих информации, файл для скачивания реквизита. Варианты доставки. Ну, это здесь все будет еще как бы пока. Вон там где-то текст надо форматировать. Видите, он черного цвета. Может, короче, есть вот это все уже. Варианты доставки. Для скачивания. Все файлы можно в любое место добавлять, это вообще не проблема. Примеры использования на главную. Как на блоках. Клинический пример. 5 примеров. Наше видео. Примеров использования. Да, здесь все-таки примеры использования тоже вертикальны. Пишем, да, наверх. Понятно, возвращаемся. Show me design. Последний баннер тоже большой, можно в два раза даже больше. Смотрим. Как в итоге получилось. Это макет на самом деле. Вот мы сравниваем. Что получилось? Продукция. Вот как было нарисовано на картинке. Потому что не покликать, видите? Это просто картинка рабочая. Вот очень интересный, да, пример. И то, как получилось на самом деле. Только тут-то все покликать. Вот так и получилось. Пожалуйста, есть товар месяца и баннеры. Угу, хорошо. Так. То, что да, мы даже не смотрим. Начали писание новостей на одну строчку подлиннее. Мы пока описание новостей не делали даже, да, нам надо какой-нибудь подергать будет. Параметры и характеристики какие-то, показания области применения, картинки для сайта клиник, акции, в которых участвует товар. Что еще может быть? Какие-то, как применять, где применять, но это вот и есть. Надо придумывать еще, в общем. Ну что, идем дальше-то по техзаданиям, да? Понятно. Можно собиралку баннеров, цвет фона. На самом деле, это картинки, мы решили просто обойтись и все. Можно делать баннеры рекламные. Вон. Четырех типов. Два горизонтальные, два вертикальные. И сюда надо просто вставлять картинки. То есть я могу вот взять, скопировать этот баннер, картинку удалить. И потом по страницам выбрать, да, так, я так понимаю. То есть на разных страницах может быть разные баннеры. Ура, это очень интересно. Ну давайте какое-нибудь изображение, там любое вообще возьмем.
А тот надо типа отключить, да. Сейчас вот как мы сделаем. Мы этот выбрали на каталоге, а этот надо отключить. Нет. А этот типа да. Сейчас посмотрим. Да. Вот. И что у нас будет? А если мы включим и тот, то он тоже будет виден. Смотрим. Почему я так решил? Потому что у меня тот баннер поехал вниз. Вот, как интересно. Нет, их только два. Должно быть бесконечное количество баннеров, да? Пишем тогда сюда. Конкретика в задании, она очень хорошо ну, в общем, облегчает работу с техническими специалистами. Сортировка документов по брендам и общие отдельные пункты. Что это такое? Ну, то есть, да, мы находимся сейчас на этапе, когда наша задача уже все окончательно проверить. Сортировка, документы, аппендент, тринг. Ну, в принципе, да, так все и есть. Да, это картинка, не забываю. Как было нарисовано, так и получается. Угу. Надо, чтобы он документ сначала выкладывал общий. Сразу выкладывал общий. Сортировка вопросов по ключевому слову. Есть такое у нас интересно? Да, прекрасно. Выбрать ключевое слово, добавить новое при создании вопроса. Ключевое слово отображается над вопросом. Угу. Правки. Что не упустить? Побольше текста в шапку справа. К новости добавить картинку. В описании продуктов еще одну строчку добавить. Описание. Новости. Вступительный текст перед новостями. Есть ли вообще такое? Да, есть. Вот новости не указан. Автор новости не указан. Ну, все указано. Выводить по 10 новостей на страницу. Обучение нет такого раздела. Увеличить описание по фотографии на две строки. С обучением тоже пока. Какой раздел? Все фотки и видео в шапке в рамочку желтую или зеленую. В зеленую рамочку. Надо под видео только рамочки подогнать. Нет, или как? Под видео надо рамочки подогнать, конечно же.